Скажи, дедушка мог согласиться на эту помолвку? Думаю, мог. Вот попадос. Кто тебе разрешил там сцены закатывать? Мне даже из полиции звонили. Я сказал тебе разобраться с помолвкой. А ты опозорил меня! Завтра у меня встреча с поставщиками. Нет времени сидеть в этой деревне. Компания без тебя справится. О чем ты? С этого дня ты больше не генеральный директор Линьгрупп. Дедушка, это же бред. Мы с моим товарищем заключили это соглашение ради вас, так что не ведите себя как глупцы. Не можешь справиться с этим делом? Тогда оставайся в деревне Дадун. Я же говорил, все не так просто. Видите? Я подготовил вашу вещь. Чего дед этим добивается? Сяолинь, удачи. Сговорились вы все, что ли? Так значит, это ты, внук Линь, который должен жениться на нашей Сяомань. Здравствуйте, дядя. Мама, папа, идемте в дом. Пойдем. Постойте. Он что, пытается... Разбежалась. Могу я узнать, есть ли поблизости отели? Ближайший в городе. Спасибо. Дорогой, отсюда до города 50 километров. Почему ты ему не сказал? Я не успел. И что теперь делать? Сяолинь, город очень далеко. Ха, такой высокомерный. Что ж, увидимся. Думала, ты ушел в отель. Чего вернулся? Думаешь, я хотел? Устал. И как далеко ушел? Ты виноват, не предупредил его. Ты ел что-нибудь? Голодный? Я в порядке. Лучше я все-таки принесу поесть. Давай уйдем. Сам виноват. Я-то думал, он крутой и напыщенный. Аккуратнее. Мы не успели подготовиться к твоему приезду. Уже поздно. Поспи здесь. Спасибо, дядя. Проходи сюда. Чувствуй себя как дома. Это что, кладовка? Давай, я здесь разберу все. Папа... Я сама сделаю. Ты лучше отдохни. Хорошо. Помоги ему устроиться. Сяолинь, скажи, если что-то понадобится. Спасибо, дядя. Иди, пап. Что это за древнее одеяло? Им можно пользоваться? Поспишь сегодня здесь. Здесь вообще можно ночевать? Ну что, не нравится спальное место? Ты все еще можешь дойти до отеля. Это комната моего дедушки. Твои родители приютили меня, чему ты явно не рада. Будем честны. Мы приютили тебя по доброте. Утром отменим эту идиотскую помолвку и разойдемся с миром. Хорошо. Ловлю на слове. Завтра отменяем помолвку. И с тех пор не попадаемся друг другу на глаза. Если бы не дедушка, я бы с ним не церемонилась. Дедушка, какие у тебя вообще могли быть дела с этим Джуан? Неужели я это заслужил?
всего одна ночь. Да, дедушка, умеешь меня удивить. Где это я? Вспомнил. Джуань Сяомань и помолвка. Есть гель. Смеешься, что ли? Как удачно, что Сяолинь первым к нам пришел. Твой брат с женой вечно к нам цепляются. Я бы истерпела, конечно. Но она захотела подставить Сяомань, а этого я не допущу. Мама, папа, что случилось? Джуань, Сяомань! Ну-ка, объяснись! Ты унизил меня и Питера Вана! Опозорила нас! Какого Питера Вана? Этого Рябова? Что там за кипиш с самого утра? Я не заводила тему об этом, но раз уж ты сама пришла... Моя дочь — лучшая студентка. И кого ты ей привела? Лучшая студентка? А в итоге работает на ферме. Извини на Питера Вана, достойный мужчина. В отличие от твоей доченьки, бессовестные. Точно, тетя. Я согласился на свидание, потому что тетушка позвала. Убирайтесь. Гуй Фэн, следи за языком. А что? Пожинайте плоды своих действий. Что ты говоришь? Я так скажу, как ты могла? Джуань Сяомань, ты чокнутая! Мой дедушка говорил, если дома есть что-то грязное, посыпь это золой. Твой дед прав. Не волнуйтесь, дядя, тетя. Если Сяомань одумается и оставит этого негодяя, я тоже готов. Кто это негодяй? Вот и где. Я тебе говорил, это ты негодяй. А это что-то новенькое. Повтори, кто тут негодяй? Я негодяй. Тетушка, посмотрите. Ну и дела. Он справится? Хватит с меня этого бреда. Довольно. Когда мы расторгнем? Сяомань, если он тебе не понравился, я представлю тебя кому-нибудь другому. Сяомань, не хочу на тебя давить. Но кто позаботится о нас, когда мы постареем? Как же это все бесит. Я вернулась не для того, чтобы выполнять твои приказы. Прости. Чего это она? Хорошо, я согласна. Мы будем встречаться. Мы же договорились отменить. Тетушка! О чем они там бормочат? Ты что это несешь? Я спрашивал, когда мы отменим. И мы ее отменим. Но перед этим подыграй мне. Я тебе актер, что ли? Думаешь, мне этого хочется? Что за выходка? Если не подыграешь, мне придется ходить на свидание. А мама не сможет никому в глаза посмотреть в деревне. Это твои проблемы. У меня нет на это времени. Да это все из-за тебя. Если бы не притворился парнем со свидания, разве так получилось бы? Не согласен? Забудь о расторжении. Что за читерство? Ты... Соседи, позвольте вам официально представить. Вот наш настоящий зять. Его зовут... Соседи! Настоящий зять, да? Даже имени его не знает. Точно мошенник. Я тебя умоляю. Ладно, ты победила. Мошенник. Линсянь. Меня зовут Линсянь. Уважаемые, мы не раскрыли наших отношений, поэтому поползли слухи. Прошу, больше не зовите ее на свидание. Мы встречаемся.
Я тебе помог. Так что сделай, что обещала. И больше никаких уловок. Не сегодня. Мне нужно время. Ты думаешь, я тебе ничего сделать не смогу? Одна неделя. Этого мало. Никто не поверит. Не упусти момент. Тётушка Ани, посмотри. Месяц самый большой. Полтора. А если не перестанешь спорить, я вообще не отменю. Хорошо. Договорились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.